Приветствую вас на канале «Китай поможет». Сейчас небольшой обзор товара умного дома от компании Акара. Это камера шлюз G3. Разрешение 2К, 1296, познавание лиц и жестов. Здесь также встроенный инфракрасный пульт. Данной камерой можно управлять, например, кондиционером, какой-то техникой, которая управляется с пульта, телевизором. Обзор на 360 градусов, камера поворотная. Также определяет присутствие людей, животных, Type-C, 5 вольт, 2 ампера вход. Работает по Wi-Fi 2.4, либо 5 ГГц. В то же время является шлюзом ZigBee 3.0. То есть можно купить данную камеру, и у вас будет камера в доме, и капульт, а также шлюз, к которому можно подключать другие устройства от Акара. Прикольная камера, давно хотел потестировать. Вот основные моменты указаны. Есть также ночное видение. Можно с помощью жестов какие-то автоматизации также запускать. Также Акара рекомендует эту камеру использовать вместе с кормушкой для кошек. Она сможет определять, когда кошки присутствуют, когда и смотреть за процессом кормления. Камеру можно купить, например, на официальном сайте akara.ru в России. Также есть промокод от нашего канала, который вводится в корзине. Вот здесь жмем «Применить купон», и стоимость уменьшается на 10%. Он действует на все покупки с сайта akara.ru. Бесплатная доставка по России от 5000 рублей. Вот скидка 1300 рублей почти. Ссылка для заказа камеры будет в описании. Также в описании размещу промокод. Ну что ж, давайте распаковывать. Итак, в комплекте инструкция, в том числе на русском языке. Также 10-ваттный адаптер 5 вольт 2 ампера в комплекте. Далее шнур USB Type-C, USB типа. Шнур примерно 2 метра длиной. Ну и собственно сама камера шлюз. Ушки на макушке снимаются. Здесь спереди слева микрофон, камера, датчик освещенности. Еще один микрофон. Индикатор состояния с кнопкой, многофункциональная кнопка и объектив. Вот эти уши можно снять. Для прикола сделали. Сзади динамик, отверстие под динамик и питание, порт. Снизу под штатив крепления, под стандартный. Здесь отверстие под карту памяти microSD. Карта памяти до 128 гигабайт поддерживает. Работает приложение Acara Home, регион Россия, а также Apple Home поддерживает. Вот так она поворачивается, вверх-вниз, голова, и вот это основание крутится. Получается практически на 360 градусов. Так, ну что ж, давайте подключим питание. Далее заходим в приложение Acara Home, жмем кнопку «Добавить новое устройство», регион России, камера Hub G3. Вот он изначально в режим сопряжения, наверное, ничего не надо 10 раз нажимать на кнопку. Так, выбрать нужно Wi-Fi сеть, QR-код. Wi-Fi connected. Ждем привязку. Так, добавлена камера. Вот камера появилась. Можно крутить. Вот максимум вниз. Влево. Вот здесь кнопочка «Запись». Он пишет видео. По-моему, 20-30 кадров. Здесь есть кнопка «Инфракрасный пульт дистанционного управления». Можно добавить пульт, например, телевизор. Выбрать модель вашу и привязать пульт. И управлять можно телевизором с помощью камеры. Дальше. Пауза – это остановка записи. Здесь можно скриншотики делать. Вот такого качества картинки. Вот видео, кстати. Скорее всего, 20 кадров в секунду. Вот разрешение 1280 на 720. Это, наверное, по умолчанию такие настройки. А, это по умолчанию вот это 720p. Можно поставить 1296p. Вот так будет качество получше. Вот картинку сделал. И вот так запишем в лучшем качестве. Сейчас видео пишется. Вот лучшее качество 2304 на 1296 пикселей. В принципе, прилично. Разрешение то же самое. Дальше что здесь? Можно позвонить. Раз, два, три. Ну, конечно, эффект эхо. Двухсторонняя голосовая связь есть. Режим сна. То есть, вот так камера вообще скрыта. Чтобы она за кем-то не подглядывала, например. Пробуждение.
функции отслеживания фигур людей, отслеживания кошек и собак есть круиз-контроль. То есть по кругу крутится на 360 градусов, постоянно смотрит. Идентификация жестов. Поддерживает до 5 жестов. В 3 метрах от камеры нужно находиться. Вот так вот. Такие жесты. Дополнительные параметры. Так, альбомы. Настройки. Выключить световой индикатор. Можно настройки видео. Водяной знак. Показывать, не показывать. Инфракрасная подсветка. Автопереключение. Язык русский поставим. Громкость динамика камеры можно настроить, это хорошо. Она еще как звонок может работать, прикольно. Распознавание фигуры человека, то есть когда человек появится в поле зрения камеры, придет, например, пуш-уведомление, либо начнется запись. Управление лицами, можно добавить несколько лиц, как я понимаю. Безопасность, можно пароль задавать. Журнал событий есть. Можно также обновить версию ПО, так обновляется прошивка. Допустим, если какой-то датчик будете добавлять, то можно в качестве шлюза выбрать камеру. То есть камера является TGB-шлюзом, это хорошо. Так, прошивка обновилась, в принципе, то же самое, вот это, по-моему, добавилось. Автоматическая разблокировка. После включения дверной замок. После включения данной опции дверной замок будет поддерживать другие устройства для разблокировки с помощью автоматических команд. Интересно, что бы это значило. Сохраненные позиции. Можно метки ставить и потом проверять по этим меткам, что происходит. Прикольно. Самое левое, самое правое, верх, низ, центр. Автоматизацию какую поддерживает? Как источник событий. Камера. Если включена камера, если выключена камера, обнаружен аномальный звук, обнаружено движение, обнаружено известное лицо, обнаружено неизвестное лицо, распознавание человека, распознавание животного, распознавание жеста в одной руки. Например, если распознавание животного произошло, то есть кошка пришла покушать, то можно включить кормушку, типа того. Либо распознавание человека, включить свет и так далее. Как исполнительное устройство, можно отключить защиту, конфиденциальность, включить защиту, повернуть в часто просматриваемое место, включить запись, воспроизвести выбранную мелодию, поиграть другой звонок, воспроизвести назначенный звуковой сигнал, остановить воспроизведение, включить обнаружение движения, отключить обнаружение движения, распознавание лиц и так далее. Много событий. Вот есть рингтоны, кстати. Можно добавить свою мелодию. Перейти к устройству, дополнительные настройки, пользовательские мелодии для добавления. Прикольно. То есть можно, например, по кнопке, по вот этой, включить мелодию. И будет как дверной звонок. Вот так она снимает практически в темноте. Такой получился обзор. Очень интересная камера, много функций. Если все проверять, это надо вторую часть видео выпускать. Ссылка для заказа данной камеры будет в описании к видео. Также в описании будет промокод на скидку 10%. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал, а также на Telegram канал. Ссылка в описании. Пока.